Новый год стремительно приближается. В Заречный приехал главный зимний волшебник – Дед Мороз на карете, запряженной тройкой лошадей. Он приехал для того, чтобы зажечь новогодние огни на всех елках города. Ради этой почетной миссии Деду Морозу пришлось проделать долгий путь, преодолеть трудности, опасности и пропускной режим. К вам на тройке я домчался, сквозь сугробы пробирался, через лесы, через скалы, через горные завалы. Так спешил я к вам, друзья. Забот у Деда Мороза много. Нужно объехать 6 городских елок, подарить детям радость и зажечь новогодние огни, запустить обратный отсчет перед праздниками. Но нечисть пыталась нарушить все планы. Однако с лешими и кикиморами у Деда Мороза разговор короткий. Я вас заморожу, будете у меня в сугробах до самого лета сосульками лежать. Прости нас, Дед Мороз, прости, пожалуйста. А после того, как и отрицательные персонажи закружились в праздничном хороводе, все вместе с помощью самого известного зимнего заклинания зажгли новогодние огни на елках. У каждой елочки Деда Мороза ждали. Некоторые, и дети, и взрослые, следовали за ним по маршруту. Мы видели ее по проспекту Мир, когда ехали. Кричали, мы едем в лесную шарань ездить. И вот мы туда бежали, а потом оттуда сюда пришли. Я знала, что здесь будет. Поэтому я пришла посмотреть, как зажигает елочку. Каждый год так делаешь или нет? Первый раз, если честно, пришла. Ну и как? Мне понравилось. Нового года в Заречном жду с нетерпением. Горожане уже вовсю готовятся к одному из самых веселых и волшебных праздников в календаре. Елку ж поставили, дом украсили. А сюда пришли с ребенком. Ребенка посмотреть. Красиво сделали, весело. Ты уже знаешь, что попросишь у Деда Мороза? Что? Печенье шоколадное. На елке в Центральном парке новогоднее настроение горожанам дарили 15 снегурочек. Они – участницы конкурса «Зимняя сказка Заречного». Девушки представили дефиле и новогодний танец. Имя «Снегурочки» 2015 станет известно в новогоднюю ночь. Победительницу объявят на елке в Центральном парке. Там же все горожане загадают желания, которые Дед Мороз обязательно исполнит в 2015 году.